Владивосток, 18 августа 2022 года. Начали ремонт входной группы подземного перехода. Остановка общественного транспорта. Автобус останавливается.
поликлиника здесь находится. А там уже дальше что-то военное. Видео, фото запрещено. Дальше не пойдем. Там впереди центральная площадь города. Администрация Приморского края. Вот здание высокое там. Детская площадка, скверик такой с зелеными бегемотами. Театральные афиши. Это здание почты. Адмиральский сквер.
Илья Муромец. Павшие герои. Подводная лодка С-56. Подводная лодка музей. Вот. Люди стоят тут у входа. Корабельная набережная. Здесь вечный огонь горит. Туристические автобусы. Здесь изменения. Наверное, здесь будет какой-то скверик. Надеюсь, доступ в этот скверик будет для всех. Здесь идут ремонтные, ну не ремонтные работы, а благоустройство. А здесь вокзальчик с морскими экскурсиями. Можно купить билет и посмотреть на город Владивосток с воды.
расписание. Музей «Красный вымпел». Говорят, билеты на «Красный вымпел» продаются в подводной лодке С-56, то есть через дорогу. Раньше продавали прямо вот здесь, а сейчас надо будет там покупать билет. Ну, пока так, вот мне мужичок сказал. Военные корабли ушли, и вот сейчас в данный момент стоит подводная лодка. На неделе начнется военный форум «Армия 2022». И можно будет пройти на территорию вот этой вот воинской части Тихоокеанского флота. Ну и посмотреть, что будет представлено. Уже установлены там две палатки, видно. Вот. А вот где флаги развиваются, там стоят пушки. И в 12 часов дня раздается полуденный выстрел. Там уже на территории стоит какая-то военная техника. Ну, а вода там что? Ух ты! Какие-то катера тут уже стоят. Это вот через дорогу штаб Тихоокеанского флота. И там сейчас прозвучала рында. 6 часов. И колокола. Пока военная техника стоит на территории,
этой части. А в прошлый раз вот она стояла здесь, на вот этой площадке. Возможно, что-то и будет. И здесь тоже стоять какая-то техника. А может, все будет вот здесь вот. Ну вот какой-то катер тут такой. Ну и Золотой Рог, Золотой мост. Географическое общество в этом здании.
в этом здании, что находится, оно всегда под забором. На территории туда не пройти почему-то. Видна пушка там. Вот что-то там на стене, какая-то памятная доска или что. В центре кадра. Ну, непонятно. Почему-то вход туда всегда закрыт. Театр кукол. Петра Великого 8. Раньше вот в этом здании был кинотеатр «Комсомолец». Со стороны дороги были афиши. Сейчас в этом здании Российская Академия Наук, Дальневосточное отделение. Театральный сквер. Впереди стоит памятник Сергею Лазо. Здесь так много деревьев, тенек, солнце не так жарит. Сегодня, видимо, в театре имени Горького спектакль. Здесь в скверике прогуливаются дамы. Вот поющий памятник Владимиру Семеновичу Высоцкому. Правда, сейчас почему-то из колонок не звучат его песни.
почему-то странно. Приморский академический театр драмы имени Горького. Люди вот сидят на лавочках и возле театра стоят. Что же сегодня дают? Интересно.